8 марта 2023 года в сети появилось видео, на котором бойцы вооруженных сил Украины используют трофейную бронемашину Р-149БМР, более известную как «Кушетка-Б». Это российская командно-штабная машина оперативно-тактической ланки. Куда делось само российское командование, удобрило землю или стало обменным фондом пленных, неизвестно. Обязательно нужно уточнить, что такая бронемашина в основном находится в тылу передовых частей армии, поэтому взятие ее трофеем означает ликвидацию передовых сил противника, его подразделений, проникновение вглубь обороны и взятие трофея. Но даже в таком случае командованию удалось бы сбежать и уехать далеко в тыл при прорыве передовых позиций. Поэтому попадание этой машины в виде трофея может говорить о том, что какие-то передовые части Российской Федерации оказались в котле. Поэтому уехать уже у них не выходило. Как результат, вооруженные силы Украины получили эту трофейную технику. Данная бронемашина Р-149БМР предназначена для обеспечения мониторинга обстановки в зоне боевых действий. В состав оборудования входят КВ и УКВ радиостанции, обеспечивающие конфиденциальность передачи данных и информации. Кроме того, в Кушетке Б имеются персональные компьютеры, способные взаимодействовать с аппаратурой навигации и связи. В функциональность компьютеров входит обработка, ввод и хранение текстовой и видеоинформации. Также имеется возможность отображения данных на специальной электронной карте, благодаря чему пользователь, то есть оперативное командование, способны получать всю необходимую информацию и оперативно принимать решения. В перечень основных функций Кушетки Б входит ведение радиосвязи по открытым и конфиденциальным каналам связи, организация передачи информации в цифровых и аналоговых системах связи, возможность использования спутниковых каналов связи, определение и передача по каналам связи координат собственного местоположения, видеомониторинг обстановки и передача полученных данных либо на электронную карту местности, либо по каналам связи. Все оборудование машины размещено на маневренной высокомобильной легкобронированной транспортной базе К1Ш1, созданной на базе бронетранспортера БТР-80. Благодаря своему техническому оснащению Р-149БМР входит в состав автоматизированной системы управления войсками, при этом существенно улучшается оперативность работы штаба. По состоянию на март 2023 года в ходе вторжения России в Украину российская армия потеряла уничтоженными и захваченными не менее 125 КШМ Р-149 разных модификаций. Теперь те, что стали трофеями, послужат для нужд вооруженных сил Украины. Слава Украине и всем защитникам Украины! На этом у меня все. Отдельная благодарность автора всем, кто помогает каналу. Ваша помощь очень важна. Ставьте лайк, распространяйте видео в соцсетях, интернете. Пишите комментарии и подписывайтесь на канал, где вас ожидает еще много увлекательных и интересных видео. Спасибо за просмотр.